Сегодня в меню салат «Цветочная поляна». Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Редис 150 грамм. Салат листовой, пучок. Масло оливковое 1 столовая ложка. Лимонный сок 1 чайная ложка. Маслины 5 штук, без косточек. Перец красный сладкий 1 штука. Креветки 200 грамм, консервированные. Осьминоги 200 грамм, консервированные. Стоит ли говорить о пользе такого салата? Безусловно, его нужно приготовить и получить удовольствие, как от процесса создания, так и от вкуса. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Редис очистите и нарежьте кольцами. С перца острым ножом снимите грубую кожицу. Вырубками сделайте цветы из овощей. Листья салата помойте, немного обсушите и выложите на блюдо. Остальной перец и редис нарежьте небольшими кубиками и разложите на салат. Сверху выложите морепродукты и цветы из овощей. Оливковое масло смешайте с лимонным соком и брызните салат заправкой. Добавьте колечки из маслин. Для истинных любителей морепродуктов этот салат станет настоящей находкой. Свежие овощи, листья салата, осьминоги и креветки. Остается только закрыть глаза и представить, что вы на лазурном берегу. Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!